Приветствую вас на канале Асмодей Плей. Играем мы Call of Duty. Так вот, первая часть, да. Ох. Немцев гасим. Первый взвод, внимание. Внимание, слушаем. Муди должен мне полсотни баксов. Мудень. Потому что, похоже, операция Overlord идет успешно. Наши британские и канадские друзья достигли большинства целей. И за исключением Амахи по всему берегу, все прошло достаточно гладко. Десант был выброшен неудачно. Это да. Но десантники сформировали смешанные соединения и выполнили большую часть назначенных на день Д задач. Я очень горжусь всеми вами. Как вы знаете, сержант Моди и рядовые Элдер и Мартин пробились через линию немецкой обороны, чтобы передать сообщение в штаб-квартиру батальона. Если бы не они, штаб вряд ли прислал бы нам подкрепление, чтобы помочь занять Сен-Мер-Эглис. В штабе Моди, Элдер и Мартин получили приказ уничтожить немецкую батарею в Брикур-Менор и противостояли целому взводу немцев с горсточкой людей. Похоже, кое-кто из командования заметил вас. Наш отряд выведен из состава 101-й дивизии, и теперь нас будут использовать для выполнения особых заданий в тылу врага. Так что я предлагаю вам освежить в памяти свой немецкий и заняться подготовкой, пока у нас есть такая возможность. Хорошо. Займемся. Пока у вас есть такая возможность. Так, 7 августа 44-е. Баварские Альпы, Германия. Баварские сосиски. Так, давайте, 1:30. Вау, ночь. Слева МГ-42. Справа сторожевой пост. Меня они не заметили. Будем надеяться. Капитан Прайс и майор Инграм? Скорее всего, в большом доме. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Хардинг и Брукс, заберите грузовик, встретимся перед замком. Все остальные за Мартином. Вперед! Давай. Я бы на грузовике, я бы лучше поехал. Что? Где? Падла, что, без меня общения никто и ничто, что ли? Хоп. Шевелите! Тихо, спокойно. Ты не мне говоришь шевелить, сами шевелитесь. Нате вам. Кто тут ушел? Отличная работа, Мартин. Все перевели дух. Давай. А теперь придется повторить все сначала. Почему все сначала-то? Что-то я не понял. Вам что надо-то? Ублюдки. Ни хрена не понимаю, что вам надо сначала. Сначала. Я для чего тогда тут? Ну. Вот такой я молодец. Меня тоже задело. Хорошая граната. Умели раньше делать. Даже за углом не помогало спрятаться, да? Так. Аптечки. Аптечек нет, что ли? Блин, такая большая территория. Могли бы для меня оставить парочку. Ладно, не хотите, как хотите. Найдите вход в замок, его еще искать надо. Центральный вход не подходит. Дебил. О, аптечка. Выбил. Спокойно. Эх.
машина взорвалась. Вы вообще что ищете-то? Вход в замок или что? Вы меня же бьете, падла. Вы это не осознаете? Мартин, лезь внутрь, заберешь все документы, вырубишь связь, потом встретимся. Мы с сержантом Моди поищем Прайса и Инга. Да. Так, здесь что у нас? Будем по порядочку все исследовать. Следующий. Прикройте меня! Прикройте меня. Прикройте меня! Еще. Давай. Немножко осталось. Опа! Взяли документы. Поменяли. Давно пора. Оп-оп. Так, найдите тайную коммуникационную комнату. Ну вот это с этим, да, с этим проблема. Она где-то скрыта, если она тайная. Так, на первый этаж. Вот здесь, наверное. Хотя какой тайный, да? Двери только открыть. Двери только открываешь, вот тебе вся тайна. Ай-яй-яй. Так, не открывается. Чё вы? Где? Ё-моё, как вы меня напугали, падла. Так, понятно. А так вы знаете, куда бежать? Но когда не тайная. То есть не Гарри Поттер. Левый фланг! Давай! Эх. А, так мы здесь были. Мы здесь были. Что-то я не понял. Вы нас что, кругами гоняете? Так, куда ложить? Где граната была, я так и не понял. Сдохни!
Так. Чего вы на меня смотрите? Ага. На. Нет. Куда? Так. Хорошо. Все отлично. Найдите и охраняйте пленников. Так. Неплохо. Ладно, ребята, будем двигаться дальше. Давай. Попасть не можете. По своим не стреляет. Хотя до этого вроде как стрелял. А, с двух сторон можно было зайти, понятно. Ну, шевелитесь! Не останавливайтесь. Прайс и Инграм за этими дверьми. Отойдите. Открывай тогда. Ага, давай. Падла. Ах ты, батюшки, американцы. Пойдем. Бедолага. Так, очистите путь до пункта сбора. Пойдем. Малость пошумели, так? Да ладно. Ходить я все еще могу. Они переводят на лайк. Но волноваться не о чем. Я подслушал тебя им. Так. Ну, хрена себе сзади. Где ты? Тихо, тихо, тихо. Не спеши. Так. Куда ты хочешь идти? Я не вижу грузовика, сэр. Отлично. Помогите капитану Прайсу вылезти из окна, он ранен. Капитан Прайс. Господи, ты еще такой молодой капитанишка. Господи, вот теперь понятно, где ты. Чучундри, капитан все это время. Откуда ты взялся? Мы тебя достали. Ты заложником был. Ах ты, чушка. Мы уходим. Капитан, что с майором Инграмом? Мы вернемся за ним. А потом только стал крутым. Мы защитим свой остров. Чего бы нам это ни стоило. Мы будем бороться на побережье, мы будем бороться на аэродромах, мы будем бороться на полях и улицах, мы будем бороться в горах. Мы никогда не сдадимся. Уинстон Черчилль. Хрень, конечно. Ну что ж, пока в темпе. Давайте еще одну миссию пройдем. Так, 18 сентября 1944-го, недалеко от Штрасгофа, Австрия. Дулак, 3А, Штрасгард, Австрия. Мы готовы таранить ворота, и у нас меньше 10 минут от твоего первого выстрела до завершения операции. Если мы замешкаемся, они пошлют кого-нибудь нам на помощь. Возьми на себя внешнюю охрану и сосредоточься на пулеметных гнездах. Когда ворота упадут, жми внутрь и ищи майора. Встретимся у грузовика. Угу. Так, ну на вышке я никого не вижу. Вышка одна? Вышка одна. Вот так. Давай.
Ладно, надо найти майора, а я стану искать грузовик. Тихо. Майор. А, тут еще показано даже где он. Ладно. Просто движемся. Убирая все и вся. Так, вас не вынесли уже, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Тут не пролезть. Да. Старые игры в этом плане. Подожди. Ну ты что, думал, я тебя за спиной сюда ставлю? Тихо. Кто где их иначе? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так. Ну я иду, я думаю, ты знаешь, куда ты идешь. Так. Жалко, метражи нет не назначено. Вот. Столько людей гибнет ради одного человека. На. Так. Левый фланг. Идем. Давайте, кто еще остался? А, так мы уже все. Ты его душишь? Молодец. Янки, вот так удача. Вы за мной пришли или как? Конечно. Пошли, ребята! Здороваться и обниматься времени нет! А, еще и смыться надо. Прикройте меня! Сопровождать майора. Пойдем. Буду тебя сопровождать. Так. Том месте не спешил. Бежим, 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 бежим. Вы даже вот этого не могли убить, да? Что ж вы за лошарка? Ого-го-го. Как я подсохранился, да, здорово? Вау. Давай, фланг, я сейчас устрою его. Вау. Кто где остался? Yeah.
Так. На. Так. Это? Хорошая работа, капитан! И вы, и ваши ребята молодцы! Молодцы! Конечно. Мы защищаем свой остров, мы... Остров, чего бы мы ни стоило, мы будем бороться на побережье, мы будем... Это мы уже читали, нахрен. Пока.